Итак, давайте послушаем. The judges' scorecards. Adelaide Bird, 117-109. Michael Burnick, 118-108. Stanley Christopher, 116-110. All three judges scored in unanimous decision. Now the unified world champion, Dr. Steele. Владимир Горячко. Да, и с большим преимуществом. 117-110, 116-108, 116-110. Примерно такой был счет, да? Единогласным решением, причем единодушным и довольно убедительным, победа отдана Владимиру Кличко. Мы его поздравляем. Ну что, вот теперь Дэвид Хей подошел, все позади. И вот состоялось рукопожатие. Отобрал Дэвид, пояс. Да, и Буд поздравляет своего соперника. Вся команда Дэвида Хей, в общем, отдает должное. И согласитесь, Андрей, мы с вами, конечно, тоже немножко перестарались, потому что очень хотелось, чтобы выиграл Владимир. Все-таки осторожничали в своих прогнозах в каждом раунде. Но все по-честному. Все так, как и должно было быть. Да, бой не искрометный, не... Как мы и предрекали, я говорил, 40-60, вы говорили, 30-70, так примерно и получилось. Да, правильно? Примерно так и получилось. Мы поздравляем Владимира. Итак, братья Кличко — абсолютные чемпионы мира в супертяжелом весе. Все четыре пояса. Теперь у них их мечта сбылась. Они на вершине, они на Олимпе, они на коне. А вот что дальше, уважаемые дамы и господа, будем ждать. У Владимира Кличко, у Виталия Кличко, еще одна защита боя в сентябре. Защита с чемпионского звания своего. Итак, интервью. Интервью победителя. Благодарим зрителей Гамбурга, город, за поддержку, за то, что они верили в него. И благодарить также британских болельщиков. Ну, все по-джентльменски, все как и должно было быть. И смотрите, вся эта агрессия, все оскорбления со стороны Хея сошли на нет. Да? Конечно. Подошел и сам руку пожал. Ну, собственно, раньше не хотел ее подавать, а сейчас сам подошел, правильно? Нет, но он же боксером, понимает. Спасибо, что приехали, поддержали. Awesome, Россия. Thank you very much to the US fans. The game over. И американским болельщикам всем выражает. Support me. Thank you so much. Ja, und so sieht man wieder, wie multilingual doch Wladimir Klitschko unterwegs ist. Direkt mal dreisprachig nach so einem Kampf. Also wirklich tolles Ding. Dann muss man trotzdem noch mal fragen, einiges vorher im Argen. Es gab viele große Sprüche. Ну, und теперь so. Интересно, вот im Endeffekt, wie denken Sie jetzt so im Nachhinein? Может быть, у него есть самолюбие попытаться предложить, что любой, ну, реванша не будет, понятно, Кличко он уже не нужен. А вот, может, с Владимиром он попытается встретиться. Вот тогда не скоро, потому что в сентябре у Виталия бой. И следующий бой Виталия может только...